Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Верик Сберигр. И сейчас мы с вами будем играть в Wolfenstein The Old Blood. Ну, все знают игру Wolfenstein, офигенная игрушка на самом деле. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Так, мы с вами едем до КПП. What a good team. We can do this. Так, открытый эскиз. Давайте нажмем. Так. Подерборнский мост. Старый мост, который нацисты превратили в крупный контрольно-пропускной пункт, укрепив новым бетонным составом, разработанным немецкими учеными. Под мостом расположена станция фуникулера. Эта дорога — единственный способ попасть в замок Wolfenstein. Frankly, it's atrocious. Ну, так, это, кстати, новая версия Wolfenstein. Я думаю, лучше всего потом мы с вами поиграем в обычный Wolfenstein, который называется Новый Ордер. Так, что нам тут сделать нужно? А, Е. О. Окей. Let's go. And remember, stay focused, stay quiet. Помни, сосредоточься, помалкивай и иди за мной, хорошо? Штурмбанфюрер Франц из Фраутфрукта. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Так, вроде как бы игра у нас работает, и FPS вроде лаги такие есть, потому что бандикам я вроде как бы немножко настроил. И, так, открыта новая модель Уэсли, агент первый. Так, у нас тут не работает, да? То есть мы бегаем, а пешком не можем идти. Это плохо на самом деле. Так, мы с вами тут, походу, в контрольно-пропускном пункте. Zeigen Sie Ihre Papiere. Zeigen Sie Ihre Papiere. Bitte sehen. Alles klar. Так, нас проверяют. Е нажать надо. Такую собачка лухая. Guten Morgen, Herr Jäger. Доброе утро, Герр Егер. Так, сейчас я надеюсь, он у нас документы попросит. Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. Че это такое? Это ein komischer Kreis. Die spinnen die Arme. Hot Dog. Die werden sich wundern, wenn wir... Вот победим, они у нас попляшут. Weiter. Kreta. Bei Fuß. Так, я надеюсь, все, мы с вами прошли. Я хот-дог. Траллинг на уровень бог. Вообще, отлично. Хот-дог. Надо же было что-то сказать. Был заместитель Херрике. Хот-дог. Ол, чуть не спалился. Ну да, нормально, нормально. Guten Morgen. Morgen. Следуйте за Уэльси, агент. What a nasty piece of work. Сволочь редкая. Череп лично поставил ее на ключевой пост паранормальной дивизии СС. Я имел несчастье встретить ее в здании. Я рассказывал,
Not even a heavy diet of whiskey could improve my condition. You can imagine. Anyway, this castle, Helga owns it. It's her occult research center. Now we need to take down Death's Head, or the war will be lost. And Helga is vital in doing this. There's a top secret document folder in Helga's office. It should give us the location of Death's Head's compound. Там должно быть сведение о расположении базы черепа. Как только узнаем, где он прячется, возьмем его базу штурмом. Пустим ему пулю в башку. Переломим ход войны и вернемся домой. Аккурат к вечернему чаю. Так, ну в данный момент что-то у нас пока что, знаете, так спокойно, но все равно напряг уже в начале игры был. То есть у нас вот этот длинный чувак, такой накачанный, блядь, немец, доебывал нас что-то своими сосиськами. Не отключай сигнализацию, будем держать связь по радио. Не отключай канал. Так. Общество. Давайте пойдем. Так. Так, молодцы немцы, то что. Соблюдают законы. Я тоже буду скоро соблюдать законы. Что они нашли? Okay. Inside the elevator. Roger that. Guard spotted. Пистолет. И ножик есть. Тихо все. И надеюсь, тут нужно все сделать тихо. Никого нету. Ага. Пойдемте дальше. Короче, надо тихо. Я думаю, нам нужно тоже идти сейчас все время тихо. Так, теперь у нас два автомата. Не, лучше всего два автомата. Будем с вами брутальными чуваками. Так, Хельга, где ты хранишься? Типа документики, да? Так, записка исследователя ассистента Ланга. 4 января 1945 года Хельга сегодня недельный священник фюрера. Довелось пожать ему руку. Он с виду очень приятный человек. Руки у него холодные, липкие. Да еще от него запах какой-то мерзкий. Хельга начинал. Что-то назначила меня главным, пока она там... Та-та-та-та-та-та. Важные находки древних четверых. Казаться врагом. Так, ладно. Что там? А, мы же сейчас только прочитали. Броня какая-то, шлем непонятный от Скайрима, блядь. Но, я думаю, насрать на все. Так, возьмем броню мы с вами. Аптечка. Почему с вами много? Аптечки взяли, мы же вроде ни с кем не дрались еще. Одна аптечка, блядь, чё? Фу-фу-фу, блядь. Какая-то хрень тут творится. Так, я уже видел рацию. Так. Пулемет. Сколько тут нам патронов надо? Да, патроны нам нужны. И для дробаша патроны. Что у нас тут? Записка следователя ассистента Винклера. Так, когда... Герцоглер пытался манипулировать объектом, его тело загорелось, он распространил им это, пытаясь потушить пламя, но все же он сгорел. Теперь ему нужно писать письмо его жене. Нужно придумать пристойное объяснение. Здоровенная штуковина с кучей оптических лиц, установка для сжигания следами магния и прочими, пока не идентифицирован. Так, модатированный прибор. А, 964 годом нашей эры, судя по всему, он предназначался для использования в качестве стационарного орудия в крупных сражениях, пока не знаю, примелся, да? Если так возможно. Так, ладно. Окей, окей. Ух, нихера, что-то я где-то помню, этот памятник лежал. Нормально. Так, давайте пойдем.
Надеюсь, сюда. А, нет, мы тут были сами. Ох, что это такое? Дробаш? Двухствольный дробовик. Давайте дробовик возьмем. Хотя нет, сначала пистолет. Нам же тихо нужно все делать. Блять, я не знаю, куда нам идти. Сюда, наверное. Нет. Может, тут? Перки. Перки есть даже? Нифига себе. А как улучшать перки? Так. Журнал. Нет. 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 Окей, нам нужно куда-то пройти. Я не знаю куда, но нужно. Броня еще. Ну, так, у меня уже максимум брони. Сюда надо, да, идти? Ага, понятно. Окей. Pathfinder calling Landseer. Come in, Landseer, over. This is Landseer speaking, over. Landseer, we can't find Lucy's present, over. Pathfinder, I have new information regarding Lucy's present. Rendezvous with me as soon as you can. We will discuss further, over. Roger. Pathfinder, shit! Bloody hell! Hold him off, Blaskowitz! I'll find us an escape route! Remember, nothing good left in the world! Ух ты же, блядь, где же вы, твари, тут появились-то, блядь. Так и знал, что сюда какой-нибудь накал появится. Так, давайте возьмем быстрее, быстрее. Так, автоматик, автоматик. Оп-оп-оп-оп. Так. Граната? Пошел ты нахер, сынка. Кстати, тут как бить в рукопашку, я забыл. Тут в рукопашку же можно вроде бить. Бля, да ладно, я это не заметил. Ух ты, мать твою, ух ты, мать. Так, давайте посмотрим пока управление. Стройки клавиш, труба, оружие в каждой, в одной руке, метнуть гранату, режим атакования, ZX. А, типа это, угу. Почему режим атакования? А, все, окей. Рукопашная, метнуть, нож. Так, да, у нас нет рукопашки. Так, у нас на С, на С. На В есть что-нибудь у нас тут? На В нет у нас. Так что давайте рукопашную сделаем на В, потому что у меня у мышки не работает колесико. А мы вот так сделаем. Я вот. Блядь, ух ты ж. Заебали, ган, черт. Тебя, блядь, метнул сейчас. Добись, блядь, своей гранатой. Угу. Кто-то там есть, да? На, сука. Оп-оп-оп-оп-опс. Ах, да-да-да-да. Я тебе сейчас, блядь, ой. Ты писька, блядь. Стреляется тут она. Охренела совсем. Так, сейчас, короче, надо мне еще тут, наверное, что-то в настройках поделать. С графикой у меня бывают такие, что-то, лаги немножко. Так. Давайте вот тут изменим. Ни хрена себе.
А у меня монитор не такой, чтобы... Так. Ладно. Так, ладно, хрен с ним. Куда вот идти? Вот куда реально идти, я не знаю. We're meeting Kessler in the village tavern. Встречать с Кесслером. Блять, где я? Где я, сука? Блять, куда идти? Ах, ты ж мать твою, точно. Письмо Хельги. Так, так, давай, погнали. Ух ты ж, мать твою. Ой. Манах. В щи втащили. Да, как обычно, в Вольфенштейне нас либо, если постоянно ловят, блядь. Что-то у него такое за глазами. Хрень какая-то. Реально. Может быть, лаги такие были. Но все же, как вы видели, зеленые штучки какие-то появляются, непонятные. Так, он на здоровье устанавливается. Yep, I'm here, Wesley. Good, good. I'll get us out of here somehow. You ever been to Snowdonia, Blaskovic? No, never been. It's a majestic and beautifully desolate place. Rolling hills. My father used to take me hiking there sometimes. Ух ты, оружие. He was happy back then. He'd pack a basket full of bread and cheddar. Все, он скрипит. Я так понимаю, сюда надо. Ничего не делают. Так, а мушать. Блин, так неудобно, надо зажимать мышку. Вообще, мужик. А, нет, да. Упс. Куда нам... Что нам тут делать вообще? Что это? Кабелями, где эти кабели? Пиздануть по этим? Не получится, да. Давайте попробуем тихо походить с вами. Ой. Сейчас он отойдет, а мы с вами что-нибудь сделаем. Ничего не надо делать, да? Так, давайте будем смотреть, что нам теперь придется делать. Может быть, туда подойти? Наверное, давайте попробуем. Гитлеровские флажки, блядь. Блин, я что-то боюсь прямо. Спасибо, блядь. Thank you.
Что тут делать нужно? Я же нажал на эту хрень. Вот труба лучше всего. Вот это будет получше. А тут у нас еще... А, я понял. Я просто что-то не прочитал больше. И-у-о-о. Можно у тебя взять пулеметик? Ой, иди нахуй! Ой! Блядь! Так, а прикончит у нас быстрое убийство на В. Угу. Ну, правда, он мне показывает мышь 3. Блин, трудно, конечно, играть. Упс. А у нас пулемет появился. Что, брат, два чела тут, вы что, издеваетесь, что ли? Ничего не сделаешь, братух. Он же тупой, иди, блядь, отсюда. Так, нам надо опять открыть дверь. Я не хочу, блин, оружие оставлять тут. Хилки, здоровится и карта, походу, да? Так, давайте проверим по карте, где мы с вами находимся. Нам нужно сюда, это вот сюда и... Ой, ладно. Это кто? Собачки. Так, я такой опасный. Хуя. Прилив сил. Собачий корм, ну нормально. Ага. Так, тут никого нет.
Вот он, чувак наш. Быстрее. Ой. Ой. О, пошел ты нахуй, ёпт. Ой, блядь. Говна это уходит. Блядь, его не убьешь, походу, да? На провода у него далеко идут. Но здоровья, честно говоря, нет. Что это такое? Ну ладно, братан, ты меня не видел. Хорошо, что они такие еще персонажи, а то сделали бы за нами ходили, и все, пипец. Ну, типа, никого не было. Нужно туда пройти, ну как? Блин, это вообще пиздец. Слишком палевно, но, блин, и чуть проходить немножко трудновато тоже. Ой, бля, иди нахуй. Пошли нахуй. А вон докуда шнур заканчивается, я думаю, до нас не дойдут. Откуда ты знаешь, блядь? Давай, детка! Остался. Как последнего убить тогда? Кстати, а где последний? Хм, странно. Тут же еще где-то был один чувак. Куда он делся? Так, ну ладно. Нам нужно своего братюню спросить, но как? Блять, пошел нахуй. Блин, я не знаю, как это делать. Уйди. Бес. Вот вы беса охуели. Давай. Вот электричество. Все нормально. Чик. Опс.
Так, открыта новая модель суперсолдат. Так, нам туда идти. Давайте поднимемся за броник. Броня всегда тоже пригодится. Я думаю, нам нужно сюда прыгать. Теряли мы с вами 2 хитпоинта. Что такое? Здоровье? А, это типа баночки с консервами. Куда нам с вами идти придется? Так, Сенастер, даже учился в Сенском университете. Так, нет. Блять, они заткнутся или нет? Заебали уже. Ах, ложь, блять. А как нам туда попасть? Скорее всего, ну, нужно что-то передвинуть, да? Ну что? Или туда сбраться? Блять, как нам туда забраться, ё-моё? Скорее всего, может тут вот. Оп. Пока что-то не могу додуматься. А, вот тут, наверное, забраться, да? Нет. Пол. Куда же нам тогда с вами идти? Что вот это такое? Блядь, как забраться-то сюда, ёб твою мать? Тут тоже закрыт. Глупый мозг, от него все тело страдает. Скорее всего, это глупый я. Как нам туда забраться? Лол, что делать-то? Стену? А, вот что. Так, пойдем с вами. Какие-то вертолетики летают. Золото летит. Опс, погнали. Дальше. Пройдем с вами эту главу и все, что она такая мощняцкая. Братан, ты меня не видел? Два дебила тут этих. Я надеюсь, мы так убьем. А, в проводки стреляют. Лол. Угу. Вон нихер с этим. И сами сдохнут. Броня, броня. Блин, просто вся броня ходячая, все. Ну и мясо внутри. Давайте полный комплект возьмем с вами. Блин, вот эти вот дверки уже немножко подбешивают. Кати, да? О,
Ага. Так, я немножко-то шум. Уевшая псина встала, блядь. Я и встану. Типа сюда можно, да? Так, у нас сзади нас никого нет. Братан, ты меня... ты не видел меня. Тебе показалось. Брони максимум. Убить нам этого писюна невозможно, потому что нету с собой нормального такого огнестрельного оружия. Так, блин, уже поскорее бы выйти отсюда. Серия эта долгая такая. Писька, блядь. Шоу нах. Так, нам нужно, скорее всего, найти какую-нибудь хуйню для энергии, короче. Но где вот именно? Ага, вон, значит, нам надо включить, короче. Мы с вами с пулеметиком сейчас пойдем и будем всех расстреливать в Вольфенштейн. Только в данный момент нам нужно доехать. И тут никого нету. Так, опять эти уроды, они просто везде. Ну это, короче, такой концлагерь, либо... Или совсем вообще. У меня пушка даже нагревается, красная стала, видите. Нормально, нормально. Так. Я думаю, нам уже тут смысла нет идти. Хая. Я чуть немножко не обосрался. Что у нас тут такое? Оп. Так сказать, да, я же сказал, скорее всего, концлагерь какой-то. Так, мы тут были с вами? Давайте возьмем лучше палку. Ай, мазафака. Так, что у нас тут? Значит, туда надо попасть. Они не чуют, что ли? Или им насрать? Хоч! Хо-хо-хо-хо! Иди сюда. Охерел вообще. Псина тупая. Блин, ну конечно, схочу еду кушать, хорошо восстанавливает здоровье. Но все-таки я бы не ел ее. Чеп. Блин, почему вот сделали, когда он прыгает, теряет свой хил? Так, давайте сюда сбегаем. А, он так может бежать, типа, вообще, все вспомнил. В Вольфенштейн я играл где-то в мае просто. Даже не в мае, не помню, когда. Так. А где непрочные стены? А, вот они, непрочные стены.
тут мы опять включаем режим альпиниста и поднимаемся наверх. Чупс. Так. Задолбал этот альпинизм, да? Он ей там в ухе ковыряется. Там опять, походу, эти толстые ходят. Ой, нет, никто не ходит. Хорошо, что никто не ходит. А они ниже ходят, да? Эх, жалко собачек все-таки. Не знаю уж, когда пройду я вот этот Вольфенштейн, он вообще такой долгий. Так. Оп, оп. Ну пошел ты нахер. Блин, сюда проводок идет, ё-моё. Я думаю, ну... Извини. Конечно, пиздец, какой быстрый. Так, я думаю, лучше всего нам с псарня. Хорошо, люк находим. Опс, опс. Так, давай, вообще. Оп, 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 оп. Это кто у нас, братан? Tell me about the secret. What does Helga know? О, мой Junge, bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehe. Sorry, old man. You mistake me for someone else. Stop. Eine Sekunde lang. Так, ладно, хрен с этими статьями, то что времени вообще нет, уже надо уже закрывать. Sarah, diagnosed with dementia during college. Medication made her drowsy and strange. Remember those eyes of hers, like dirty windows on some derelict ship. Grandma told me it passed through the blood. Опять нашлем какой-то очередной люк, здоровится. Вон этот пидорас стоит. Как же нам пойти туда? Нам же надо все-таки пизды дать. Так, все, ребята, я думаю, сейчас уже пора заканчивать. Ой, блядь, панцерхунд, ёб твою мать, надо спрятаться, ребята. Фу, бля, я чуть не обосрался.
Да, Панцерхунд, он мощный вообще. Куда идти? И, блядь, иди нахуй, сука, блядь, я чё-то не обосрался. Пошёл нахуй. Сука, я реально обосрался. Я боюсь таких псин. Фу, я ж реально обосрался. Я не думал, что он помешит за мной. Так. У нас пистолет. Пистолет, блять. Два пистолета уже. Две маши и ворот. Нормально. Бля, через такие колеса прыгать? Что, с дурели, что ли? У нас же автомат есть, если вспомнить. С пистолетами. Оп, оп. Так, мне шоколаги какие-то. Так, я думаю, что с этих завалил, я буду видео на этом окончать. Так. Блять, сигнал как-то включена, ебаная. Я думаю, мы все. Нифига, палка терется. Давайте пока свалим нахер отсюда. Ой, мазафака щит. Ой, блядь. Сука. Пошли, блядь, заебал. Медленно, сука. Толпа, блядь, этих ебаных немцев стоит. Я надеюсь, нам сюда. Бали в спину стрелять. Едь быстрее, хуйня. Наконец-то.
Все, если мы сейчас выплывем, то будет хорошо. Все, мы с вами приехали, да? Что вот эти за хрень лежит? Так. Ну и все, ребята. Мы с вами был Ирикс. Да, будем проходить с вами уже следующую часть, главу вторую. Ну и что же, до скорого, ребят. Ставьте лайки, смотрите новые видео. Удачи вам.